Популярные продукты в Бобруйске теперь можно приобрести по крайне низким ценам. Торговая сеть «Грин» предлагает жителям города товары по минимальной стоимости. Специальная акция действует с 29 по 31 января. Цены на продукты повышенного спроса одни из самых низких в стране, подчеркивают в компании. В ассортименте все только свежее, из последних поставок. На акции покупаем, вот кофе купим, я пришла. А как вообще ассортимент? Хороший? Ну, конечно, хороший. Всего есть. Хороший магазин. Нравится мне. А что нравится? Какие продукты больше всего? На акции. Вот что, акции много. И кофе покупала здесь. Итак, пачка риса в эти дни стоит 2 рубля 15 копеек. Макароны – рубль 59, а банка свиной тушенки – 3,39. Десяток яиц можно взять всего за рубль 69. Бутылка подсолнечного масла обойдется в 2,69, а пачка сливочного – на 10 копеек меньше. Килограмм российского сыра здесь предлагают за 10,99. А вот хек можно приобрести всего за 5 рублей 29 копеек. Вот рыбку хожу, купляю. Ну, это хлебушек, молоко. Мне нравится такой магазин, и свободно, хорошо ходить. Очень нравится. Супермаркет «Грин» находится по адресу Минская, 133. Время работы с 9 утра до 11 вечера. Спешите за покупками. Мария Бересневич, Павел Зуев, Бобруйск, 360.